Всем привет, добрый вечер, ребятки. Ну что, кончился ивент, наконец-то. Закончился этот ивент и пропала эта дебильная музыка, которая играла. Все вернулось на круги свои. Ивент закончился, значит, можно во что-то другое играть. Нам вчера давали... Ей, блядь, конкретно позавчера. О, пошла манна, пошла, да. Идулыч погнал. Открыл манновый старт. Пользуем. Нет. А вот на ракету можно бы и собрать сегодня. Если будет. Будет. Ем манну, ем есть. Анну Лейлиму. Анну. Тут пришел. Так, ладно, что у нас там по плану? Кофе вообще надо. Нихуя себе. Део, спасибо большое. Будь здорово. Я никого, блядь, не орел. О, пошла. Прям как эликсир по одному месту. Даль, спасибо. Спасибо. Вот это дело. Питал. Питал. Питал, обитал. Всем привет. Кубасики. Кубасики. Нормально такой. Не кубасики. Кубасики, кубасики. Инкогнито, спасибочки. Андрюх, пошли погоняем пару котюлек. Заходи, не стесняйся. Ты все время прячешься там в тени где-то. Гонолульского, гонолула. Нихера себе. Давай, часиков до 11, давай. Андрюш, спасибо, спасибо большое. Туман, туман, за коричневый туман. 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 Тай-тай-тай-тай.
Что там, не догнали еще? Как начали, начали. Я уж думал, сейчас сразу на ракету собираете. Ну, вообще такое. 20. И еще 20-30. Где еще 30 тысяч? Ой, а что я не включил-то? Аллилуйя, брат, я тебя кинул. Здорово. Здорово. Че, как работа? Как зарплата? Пока работаем. Почему пока? Ну, потому что компания, в которой я работаю, она зарубежная у нас. А, решил уходить. И у нас, получается, сейчас нету поставок из-за границы вообще. Вот то, что есть на складе, вот то и продаем. Ну вот то, что я тебя и спрашивал, ты говоришь, а нет, кажется. Я слышал этот, у меня сегодня к чему это спросил. Сегодня корешу тоже хотел позвонить, там это объявление выкатили, что типа компания Лацетан полностью ушла навсегда из России, короче. Ее жена работает в этом. Там, он, должность какой-то там крутой, хотел ему набрать, ну, просить, как они. Поэтому не знаю, до конца года как бы поставок никаких не ожидается, поэтому до конца лета, думаю, дотянем, потому что хер его знает. На другую работу пойдешь. Ну, делать-то да. Что-нибудь умеешь? Нет. Это шутка была из этого, из-за особенно за национальной рыбалки. Помнишь, он там пистолет когда потерял? На работу, говорит, пойдешь. Делать-то что-нибудь умеешь? Он такой, нет. Менту, говорит. Да нет, что, проблема-то, как работу всегда найду. Там просто с деньгами интересно, что как будет, а так-то... Нет. Работы у нас куча. Главное, зарплата, чтобы соответствовала, вот и все. Этот самый, я... говорят, какие-то слухи хочешь, войну объявят. Украине. Специальную операцию переведут в войну, в статус войны. Тогда, короче, пизда всему же. Дима, здорово. Ладно, лирика. Хорошая, плохая, не знаю. Не хочу. Юрка, здорово. Давайте затопим. Что-то, блин, 25 тысяч копили, неделю вас не трогал. Что, никто не накопил манны мне? Даже не накопили по 1000 манны отправить меня на ракете. Сейчас надо заливать уже? Конечно, уже надо, уже мне уже ракет надо запускать было давно. Вот, пахан, спасибо. Хам, спасибо за тридцаточку, эликсирчик, как всегда. Дима, спасибо за маночку, 2000. Коварный, здорово. Справа могут быть, лево-то далековато. Там тоже ханты. Риман, спасибо большое. Юрчик, давай, красава. Красава, мальчички, девчонки, а также... Вот, осталось 20 тысяч, я уже на ракете. Ты что там, бабку что ли собрал? Что-то у меня такое ощущение, что у меня, блядь, как будто
темень какая-то в темноте, блин. Темень. Двойки, тройки стоят. Тройки обязательно. Нормально, 4600, нормально, Юрчик, сейчас еще подтянусь. Вот Антошка что-то в люков заходил. И ничего мне не прокинул. Слева были люди где-то. Почему-то. Кому-то другому донатит. Кому-то другому. Понял. На кого он согрелся? На меня, скорее всего. А ты в другую сторону ушел вообще. Баба за тобой бежит. Огненный. Я заберу, я заберу. Лошадь не пугаешься? Димка, спасибо. Просто нет, он на верхнем десале, скорее всего. Блин, нас вчера валяли просто пизда. Тихо. Мне показалось. Босс, такое ощущение, что как будто со стороны нижнего я услышал его. Блять, от телефона помехи идут. Нет. Мне кажется, что... Огненного бьет в траве, он побежал. Ну, он, по крайней мере, побежал туда. Я шел так же, как и ты. Я вообще не понял, мне что. А, вон он. Но он бегает, поэтому мы его просто слышим, что он кричит. Ой, вон он, вон, блядь, я думал, это, блядь, просто гудрончик. Нет там аптеки?
Вот он, она внизу, если что. Минус. Хорош. Палача. А хер его знает. Где забрал? Вот здесь? Там на фронтаже. Здесь, да? Да. Там же. Думал, это голова, блядь. Да, понимал. С болтов шмеляет. Заряжается, да? Снизу дверь открылась. На первом этаже. Там дал по одному, тоже дал по одному. Дверь закрыли. Моба справа кто-то убил, походу. Мих, на 240 слышу еще кого-то. Ой, я ухожу тогда. А, тут у нас я. Да-да-да, там справа мобов бьют. Я. Хватит, блядь, мне стрелять уже. У нас еще Тима побежала. Справа бегут. Меня в соседнем домике. Блять, что такое? Одного забрали. Немножко у меня хила нет. Минус. Илна, это ты стреляешь? Да, я поджег тут. Антон. Тех нету, что ли? Ладно, в очко, блядь. Горит там один. Да.
Не съебывают? Блять, сзади еще тебе эти токены пришли. В спине у тебя. Понял. Надо уходить. Блять, подловил меня, ну. Ты подстался, ну. Блять, поздно сообразил. Аккуратно, там арбалет сверху. А они русскоговорящие товарищи? Ну, наполовину, блядь. Вот в аптечка в туалете прямо. В туалете прямо аптечка. Понял, мих. А чё сразу не зашёл? Да тихо. Вообще. Риска, здорово. На тебя бегут, ёбаный. Попал в меня, блин, сука, с арбалета. Некромант у тебя есть? Нет. А, есть. Давай, есть. Зря, ну что хочешь, может ближе туда поджаться. Блин, мих, ну они там меня рашили, чё мне? Куда? Они их хуячат. Издалека попробовать. Если ты лежишь в таком месте, я тебя поднимать начну, тебя сразу... О, нихуя, это ещё откуда? Давай его нахуй. Еще раз ему. Красава, блядь. Просто красава. И лампу ему нахуй туда. О, блядь. Бочку взрывает. Сидит, заряжается. Он на балконе, походу, Андрюх. Или в окне, или на балконе. Их рашит. Вот, я же говорил. Ой, как он, блядь, в дерево попал. Может, крутануть попробовать? Их я пока жмут там в доме. Ебать, он с Мосинки там закладывает, да, им? Хуя, что это такое было, что подожди. А что это такое? Нихуя он, смотри, он сидит в доме. Он всех перебил. А нет, еще один. Ты видит теперь. Знаешь, что он меня видит? Ой-ой-ой. Режь нахуй. Нет-нет. Да нет. Ладно. Да, блин. Сзади в туалете аптечка.
Их двое, да? А, он в него кидал. Слышь, может, попробуешь меня выкрутить пока? Ну, только с улицы. Да лишь бы он не сообразил. Я ушел. Угу. Красава. Где он, над тобой? Да. Не слышал. Зря, не лезь, не лезь. Забрал? Нет. Ну как нет, я в голову попал. Ну как нет, что за блядство опять начинается? Он сидел, я ему в голову выстрелил. Он сидит прямо у тебя за стенкой вот здесь. Тебя выкручивать, нет? Да, пробую еще раз. Только если что, стрельни потом сразу, а то он меньше будет стрелять. Ой-ой-ой! Ебал. Куда он дел? А этого убили на крыше. А ты говоришь, нет. Я его убил, я же говорю, разменялся с ним, блядь. Ну я не слышал Миха из лука, что убил. Там-то и дело. Красавчик, красавчик. Если бы я слышал, я бы сказал, что я слышал. Я говорю, я не слышал, я поэтому сказал, что нет. Есть это, копье сейчас уебу, копьем. А, не копье, я думал, у него копье замахнулся. А, это Винфилд. А, тут снайпер этот сидел. Что, ну ты что, прикалываешься так сидеть? Дебил. А он, походу, этот его дисконнектил. А чё, а я не могу здесь поднять еще один, блядь, токен. Без токена, Андрюх. Здесь я поднимаю все команды. Да, все. Без токена. Ещё. Не смог его поднять. Красавчики. Не смог его поднять. А жирного убивал не было, ничего у него вкусного там. Блин, я жирного еще не убил. А, я сейчас убил. Нечего. А, у меня лепучка есть. Не полутает никого. Где все-то, я не понимаю. Ты вот убил где? Ну, одного попал, блядь, круто. Круто. Что? Мощник, снайпер. Я не пойму, а где? Котенок, да. Спасибо большое за манночку. Ну вот, лежал, ты этого залутал. Раз, два. Подожди, тут раз, два внутри. В доме. Три. А, вот третий нашел. Выпало что-то из него. Легкая поступь.
из жирного выпала здесь на улице. Подожди, ну в доме трое. На улице раз, два, три. Все, трое тоже. Я четверых-то еще, который изначально была команда. Блять, горело ему. Нет, в доме, допустим, трое. Здесь козырек, здесь. Потом нашли стороне один. И тут четвертый. Нет, не пофигу. Я хочу свою дичь. Да всех их убили уже, залутали мне. Треска, спасибо. Я честным путем всех убил. Похоже, мы красавчики. Даже я красавчик. Хоть я и полежал немножко, но не без этого. Здорово. Нет, ну 10 тысяч осталось. А чё мы сегодня будем ракету пять или нет? Не помню. Я еще не кидал тебе, подожди. Я в игре был. Память, я еще надо. За 6 дней не скопили даже 50 тысяч. Что за жадина, говядина? Другим побагрили всю ману. А Мишка за бесплатно стрим, да, вот так вот. Куда мы идем там? Миша отдал все. Да я шучу, треска. Волнение ебать. Антоха, что так, блядь, что так мало? Где манна вся? Наглый такой, да? О, цедило. Давай, захал еще. Чуть не сбило меня. Существо это. 46, баба ягодка в 36. Осталась-то хуйня, 4000 и полетели. Андрюха, 48. Еще 1800. Всю ману сливаем, всю папе, давайте. Еще, помнишь мультик? Еще. Довольно. Смотрел с других стримеров, что ты врешь нам? Максимыч, спасибо. Шатура подтянулся. Мне скажите, пожалуйста, что опять на выход перебили или что ли? Ну конечно, закончился же ивент. Ивент закончился и все. Дальше они дебилы, это ничего не сказать. Да просто так. Просто так.
Нет, но они же должны были этот... Продолжаем разговор. 6 дней у вас для того, чтобы накинуть. 6 дней у вас, чтобы на... Ой, я не попал, не понял. Что за, блядь? Ну, применена, да? Все. Ну, конечно, не на первом, не прям в начале. Где-то там я есть. Это там... Конечно... Что я говорил-то? Ты, блядь, позабоминал, забывал. Так. Шесть дней это 5760 мана. Вот, блядь, за 6 дней что не накопить? 5600 мана, что ли? Слушай, а почему ты его не убил, блядь, с Жикана, с Лимат я что-то не всосал? Он должен был прилечь там. Пузо ты ему выстрелил. Но он почему-то мерзкий хек выжил. Мерзкий хек. Ну ты чё, блин, еще не прожался-то? Джозеф Мелот, спасибо большое за подписку. Вот стыдило, я понимаю. Так, я пойду быстро чаю плесну. Тоси. Желательно кипятком. Что там? Война что? Я бегу. Кто стрелял? Всем стоять, работает спецназ. Мон, шмамон. Что там? Эфиромон. Очки. Очки. Солнечные. Ну, для развития там мало. Для развития мозга, говорит. Для развития мозга.
А я слышал. Жирная лошадь. Череп рассек мобу. Так, главное, чтобы сейчас нигде лесники или рыбаки не встретили, или грибники. Запросто. Я не посмотрел все-таки в той катке, я его убил или кто? Ну я. Так я 4 убил, 2 их помог. Значит, я троих чуть по башке не дал. Навык. Ящик. На пигмедий. На пигведий. А что псину пожал? Заебали. Разменялся с Гуталиновой, ну. Люди. И они, походу, ебашут там босса. Гуталиновая голова. Либо они дальше ушли, слушай. Дальше пошли на лесопилку, прикинь. Сюда дальше ушли. Лесопилочка. Вороны. Паш, спасибо за 50 эликсирчиков. Получается, вторая тима. Две тимы у нас, да, был? Блин, ну получается, она идет, наверное. Пост еще не изгнали, они только идут, походу. Да, вон пробежал. А, значит, вторая идет, да. Ой, блин. Интересно, они услышали, что он мне пиздил? Нет. Хорошо. Далеко держится, слышишь?
вижу одного, да-да-да. Меня сзади! Минус один. Уходи. Я не могу. Подходи, пробуй ко мне. Не могу. Мне бы помощь не помешала. Бегу. Да идите вы в жопу все. Че меня-то лупить? День. Сзади еще одна Тима, прям сзади с железкой. Вижу. Одного забрал. Ой, блядь. Ой, блядь. Ну, блин, ну я упрыгал. Ну почему, сука, я уже упрыгал за кочку, и он в этот момент меня убивает, блядь. Ну что за, блядь. Поднимай, 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 там нету. Сзади только успеешь. Не успею, Мих. Успел бы, блядь. Не успел бы, Мих, не успел. Успел, я за этому лежал, пока поднимал свою, блядь. Ёбаный, блядь, что за блядство. Ненавижу эту ебучую Европу, потому что ты уже упрыгал за этот, и он тебя вырубает уже, блядь, за корчом, ну. Блядь, я не попал, если были, прикинь, он идет прям. Блять, тоже вышел сразу в бошку. Блять, ебать, снайпера. Просто мне вот недавно интересно, какой... Это европейский пинг. Да, блядь. Ну чё, блять, вот хоть верь, хоть не верь. Да, у них, да вот блядь. Третий ихний. А, блять, 3.81 кд. 1.47. 3.81 меня убил вот этот третий ихний. 3.81. 1.47. А сколько убийств? Если смертя, может, он новичок там. 80. Да, новичок. 493 на 130. Ну, я понятно. Тебе говорю, что, блядь. Открыть профиль. Информация отсутствует. Ну, одна единственная игра. Понятно, блядь. Все ясно, товарищи, блядь. Пидорасина, блядь. Я не попал этой бабе в башку. Бля, ты что поменял-то ханта? Я взял специально такую же, как ты, ну. Взял, блядь, другого взял, ну. Нажми еще раз, пожалуйста. Тоже покатаем, блядь, половина. Болей. Горяченький чай заходит, прям как дети школа. Как не пролил, вот бы пизделся. Сейчас вернусь.
Корыца, я, блядь, сейчас еще плесканул, блядь, там столько вынялось на корыца, блядь. Это маленькое еще. Вкусно, блядь. Любого, простите. Я и пролил, блядь. Плесканул, так что... Ой, чё за моргание, блин? Дает баню в рот. Здесь босс. У меня есть липучка. А, нет, подожди, а почему я слышу звук паука? Не знаю. С нас ебнут. Очки разбейте. Нет, я слышу звук паука, чё за бред, блядь. Пошумели. Предлагаю зайти вообще с левой стороны там. С арсенала? Да, вообще с, даже с края карты. Подходит, я так понимаю. Может быть. Может, они дурачат. Тоже может быть. Ну, ворону. Рыбай. Казалось, как будто кто-то, блядь, резал здесь моба. Точка свежая, не дали здесь. Они там появились сразу на босс.
На крыше один. Вот он, блядь. По нему надо вдвоем стрелять. Не вижу его. Подожди, ну, быстрее, быстрее. О, вижу. Блядь. Да, второй раз. Ай, блядь, не попал ни разу. Ну, страшно. Вот. Жаль, конечно. Две мосинки. Две мосинки выдержал. Красава. Две мосинки. Дермен, блядь. Ой, все, пизда мне за этой. Меня сейчас убьют. Откуда, блядь? Вот хер его знает. Вторая тима, что ли, или это они? Этот же, блядь. Хуйвол, только откуда стрелял, непонятно. Мог бы добить, кстати. Зря не стал стрелять. Даже не видел, откуда он стрельнул. Веришь, нет. Один вот здесь, походу, в доме. Нет, это вот здесь. Вот он, блядь. Сидит вот на воде. Ты прикинь. Вот здесь на воде сидит. Мясник, которого я стрелял. Вот здесь, в этих кустах был. Вот здесь где-то был, он ушел, походу. Меня вылавливает, блядь. Где-то здесь так сидит, сейчас меня снимет. Парка. Блять, ну я вот его, вот хоть убей, не вижу здесь мех. Ну, значит, он пошел дальше, либо здесь за корчом, либо где-то в центральной полосе. Либо крутит. Вообще нормально, с выстрелом, блядь, с 30 метров сразу дальше в голову бегущему. Вот это да. Я хуею просто, блядь. Это скилл, нахуй. С той стороны он.
Другой. Хорош, дверь открыл, сразу мне хеда поставил. Отсюда бегущему. Хорош, че. Блять, как ты не попал в этого два раза? Хуй знает. Убили бы рука. Блять, когда первый начинаешь, это одно, блядь. Когда ты вторым стреляешь номером, это немножко уже другое, блядь. Это... Ладно. 1.85. 98 часов, типа. Понял? Просто 98 часов тип играет Фонтан. А стреляет как, блять, бог с дальча. Роман, здорово. Чё-то хуйня какая-то, он, блядь, в башку сразу чпок и все. Бегущим, мансующим. Чпок и все. Не знаю, Мих, ты как бы на крыше, там не особо сложно стрелять по крыше. По факту, когда в упоре, считай, стоишь. Я бежал, Андрюх, он мне хеда дал. Мансующим. Да, конечно, не особо сложно, Андрюх. 98 часов. Конечно, не сложно. Чувака, 98 часов игры. Пах, и все. Он мне хеды вставляет. Первого выстрела с дальча. Первого же. Не с третьего, блядь, не с пятого, а с первого. Манш, спасибо. Круто, я уже на пол лестницы, он мне все равно достает. Куда идем? Пусть хер его знает, на церковь пойдем. Можно на ранчо выезд хоть заскочим. На церковь. Я думаю, если бы
Босс было бы. Точно было, как уебашь-то. Нет, это на ферме где-то, не то. Это ты стреляешь? Да. На ранчо. Блин, ну не слышно же было его. Я тебе сказал, заскочи на ранчо. Липучка есть-ка? Отлично. Ну, там оба нормально все ходят. Толпой. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой, люди. Идут. Да, они да. Меня видели, походу. Это не могу сказать. Еще люди. Внутри. И там в домике там пристройка в белом. По крыше бегает. Тихо. Прям. Зашли. Крыши бегает. Тихо. И здесь крадется прям. Ну у меня один здесь внутри. Минус один. Бежал. У меня есть передо мной прям. Да ну как, блядь, только вышел сразу. Ай, блядь, дал по нему шот, но не убил. А ты чё? Понятно, это херня. Тоже этот же меня убил, просто вышел сразу в голову. Не, ну он меня не видел, он слушал, что я пошел за ним, понимаешь? А, 40 килограмм. Понятно, всё. Можно даже не удивляться. Вчера нас убивал, только я не понял. Не, ну он по звуку сыграл сейчас, наверное. Либо... Он меня вышел, он просто тупо, я, грубо говоря, подполз, блядь. Но он меня не до этого и не видел, бегал, он даже не видел, откуда я выстрелил. Прифайре просто вышел, сразу в голову дал. То есть, понимаешь, он просто тупо в прифайре вышел, сразу в бошку дал. Поэтому я вот, ну, не верю в такую хуйню. Ну, не знаю, я сидел, он меня не увидел вначале. Шестизвездочный, ну да, 1.69, не, нахуй, все это шляпа.
Птяу-птяу-птяу-птяу-птяу. Я думал, он сел поднимать его. Я же не видел, где он. Я мне ввалили, блять, опять. Почти в 20. Димка, привет. Я на самом деле стрелял в него с парки с глушителем и не попал. Почему? Пусть знает почему. Он потом выбежал, оббежал вокруг дома и зашел заново в дом. Пай-пай-пай. Я не буду бежать. Блять, тут колючие с этими. Давай я заберу. Типа. Oh.
собаки. Уже давно, Юр, ты куда делся-то? Пуля толку. Аптеки с нами. Ракету, я говорю, запустил, а хули толк? Не могу понять, почему перестал попадать. Это руки трясутся, блядь. Так хорошо заходило все. Люди у меня. Вон, сестра выбежала, увидел меня. Оттягивайся, может быть, а? У меня дробь уже все. Блять, еще одна команда. Китаянка. Это же может быть. Босса бьют. Попал. И это сварщица. Да, да, да. Ну откуда он это делал? Внутри здесь. Пизда мне. Босс. Мне уже пизда, все. Ой, блядь. Вот и сварщица твоя. Она у меня сварщица с автоматом. Там ко мне сзади еще, блядь, подходит еще Тима. С босса. Лесочки вышел. Блять, сел в углу, и он меня обошел сзади. Шансов ноль вообще. Тебя идут. Там автоматчик ищет, возможно, патрон. Привет, здорово, потихоньку. Автоматчик. Дай ему лучше выйти, еще меня потушит, нет? Блять, они не уходят. Возможно. Не, ушли. Назад возвращаются, да? С другой стороны я лежу.
хоть одна полоска осталась. Тогда. Да ну нахуй выход, ёпта. Пойдем еще умирать. Не на территории, а не за территорией где-то. Я слышу, топают. Вот он уже вот здесь пасет. Мальчик. Ну так не буду заходить. Два квадратика. Блять. На России вообще невозможно играть. Надо, надо. Ну да, борода, блядь, 2.32. Это они же. Мазик этот, блядь. Невозможно вообще все. Ебали, блядь. Одни профессионалы попросыпались нахуй откуда-то. Локи, спасибо, спасибо за маночку. Пока их нахуй всех не перебанят, надо опять завязывать.
Только вздохнешь спокойно, блядь. Неделю-две поиграешь, они опять все повылазят, нахуй. Опять, блядь. Не встречали их вообще никого, блядь. Играли ж... Смотрите, сколько стримов было. Почти весь ивент хуй ночевал. Че, завис? Я не знаю, я и есть. Пизда, я. Тебя нет. Ну, да. Пилось, блядь, в колхозе утро. Тря-тя-тя. Давно такой хуйни не было. Пока бы дисконнектнулся там, пока не началась катка. Ты подключился. Ну, подключайся. Ну, я могу подключиться. Но сейчас не факт, что получится подключиться и не будет как в танке, блядь. Хуй их знает, Юр. Не знаю, кто это были, блядь. Не видел их. Сколько мы играли? Месяц, наверное. На России. Я вообще в России играл. Потом с Мишками начал на России играть. Месяц, блядь, вообще не встречали всяких вот этих супергероев. А сейчас, нахуй, 5 дней подряд, блядь, одни эти хуйволы повылазили. Каникулы шли в школе. Все равно не понимаю нихуя. Вот я кидаю на раз светильник, блядь, это никого не засвечу. Он, блядь, кидает дальше, я отвернулся в стену, блядь, ну, сзади она меня падает, она меня слепит так, что я, блядь, сижу секунд три, блядь, наверное. Появился. Появился, не загрузился. Ну вот пизда, я говорил, что не было смысла загружаться. Ну чё, у меня просто, блядь, экран с соснами ИУ написано, блядь. Что мне делать? Ну, хант у тебя, значок, у тебя хант появился, я прям вижу тебя. Ну, бля, хуже зайди, посмотри на стрим, что у меня сейчас. Картина просто, блядь, поле, нахуй. Всё. Не работает у них реконнект. Никак, блядь, он не работает вообще, ну. Опять через жопу. Он пару раз поработал, и все, ну. И сосать. Сука драная, говно. Бай-бай. Красный босс, блядь, жопа. Ну я, походу, не загружусь, бесполезно это.
восстановление игры сейчас опять будет хуй. Нету, наконец-то, блядь. На 533 раз, блядь. Тише, тише, тише. А где босс? Босс у меня, но у меня тут и ханты. Ты мне будешь ждать. Змей, здорово. Не забывай, ты против троек играешь. Ну, понял, понял. У меня прям соседний тут, блядь. Давай, выползи, я знаю, что ты здесь. А где они, скажи мне? Меня прям на мне, босс. И на мне ханты прям рядом со мной. Они со стороны выхода? Да, вот где я сижу в домике. Один точно, где да, другие не знаю. Ходят, ходят, вот ищут меня. Один к боссу пошел, что ли? Один надо мной на крыше, что ли, ползает, не пойму. Да. Здесь это. Суки. Да, блядь, заебал меня, мобы спалили, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Можешь присоединяться, меня уже стреляют. Так ты чё? Что ты будешь делать, блядь? А, вовнутрь задавшись дробовик. Заебись, блядь, вообще просто. Они меня зажали там с двух сторон. Как заебало это все. Я вообще ни в кого попасть не могу. На крыше я спрятался за этот, он, блядь, выбежал, зарезал меня, выполз. Я даже не слышал, как он полз, понимаешь? Меня сегодня зарезали уже трижды, блядь. Один, три. Чё, отвалился, что ли? Нет, почему? Ты, наверное, отвалился. А, или я отвалился. Да, я ж перезагружался. Ебать, что делать? Я вообще не представляю, блядь.
Я стрелял 3 раза суперкоты или 4, а то и 5, блядь, и ни одного хита, вообще ни одного. Катка-смерть, блядь. Пару каткостей, это ж хуйня. Вот. Заебал меня уже. 5 дней лежать, ну просто вообще как пиздец. Даже убить никого не можешь, суперкота попасть. Я вообще не представляю, что происходит. Как я так окосел разом, блядь. Вороны сидят. Вороны там. Поезды. Блять, я вообще, ну я в рот ебал, я перестал слышать вообще, блять, вблизи движения какие-либо, блять, он полз, блять. Курица, курица. Идут со скотины или на скотину, не помню. От телефона, блять, помехи. Походу нас скотину пошли. Нужно бороться со скотиной. Не пойму, блядь, на ранчо, что ли. Куры здесь были. Вон, бегут. Послушница ночи. Ранчо. И он третий. Сзади куров. Там индианка. Блять, ну как? Ну ведь в голову, куда, блять, в тело? Моб сзади. Спасибо. У меня тут. В упоре. Блять, успел замотаться.
Успел, блядь, промотаться, и она в меня отвлеклась. Там сзади еще идут. Ты же еще подползаешь. Тихо, да. Мне показалось, что на 30-45 слышал. Блять, вот тоже бежала, прям, ну, кроме как башки, блядь, попасть было некуда, блядь, над забором. Китмарка и не убил, блядь. Ну что, здесь мадам еще. Кажется, этому сраному. Подождал, блять, и вышел. Круто, блять, вообще. Вообще круто. Вышел, сразу мне дал хеда, блять. Оказывается, он сидел за углом, понимаешь? Элис прямо по курсу. Слева, вернее, где-то. Отсюда слева где-то меня забрала. Вот здесь слева, Фелис. Также меня она убила. Откуда, блядь? А, она в доме сидит. Она со второго этажа, блядь, а не за углом. Второй этаж, блядь. А мне показалось, что за угла стрелял. Ладно, все, я отдыхать запустил. Не знаю, почему подсказка не горит. Хотя он рядом был. Конечно, далеко, блядь. Я думал, он дальше туда, вот за углом, где могилы, поэтому она и не орала. Ладно, чё, наверное, тоже выключать буду. Не идет вообще игра никак. 6 катов. Ничего не вынес. Вообще, 1.19. Ебал. Не работает этот, блядь, чё, толком. Не, вообще не получается. Это не идет никак. Я, блядь, и так, и сяк. Без толку, это только мучение. Не игра, а хуй пойми, чё. Блять, и хантов нормально.
Я даже не подумал о том, чтобы посмотреть наверх, что он там может сидеть. Друзей, играющие в хант, никого практически моих. 21 тысяча, кто ж туда играет? Это такое? Алло, все виснет. Гарден, все новые айки заводят. Ну, может быть, блин. Да я тоже сейчас только получаю, уже не три катки, а, блядь, сейчас сколько, стрим, 2 часа, блядь, с хуем, я, блядь, получаю только в голову. Либо я в натуре подустал, блядь. Я говорю, у меня тут проблем, блядь, семейных, слышишь? Какую разницу, шуми, не шуми, все равно, блядь, ты башкина.
Ну и где они? Палевая лошадь. Да слышишь, там босс, блядь. Пойду сдохну. В голову ему стрельнул, и он не умер, понимаете? Буду у вас там.
Здорово, блядь, чё ну? Видите, где они? Почему вы не умираете? Yeah.
А, блядь, тут еще один. Ты ебись, блядь. Иди, иди сюда, ну. Блять, где вот этот, который уебывал отсюда? Кого кто ёбнул, вот интересно. Он же поднимать его не пойдет. Чё, я не понял, он чё, умер? Thank you.
Не, нет. Я теперь нет. Надеюсь, никто не выжил, блядь, а то ёбнет меня сейчас. Да дайте, блядь, полегаться чем. Что за хуйня? Где все аптечки, блядь? Блядь, все повымотали, ты посмотри на. Блять, ни одной аптечки. А толку? Мне тоже на выход пошли. В одного получилось больше разъебать, чем, блядь. Невкусно, га-га. А, так ты, я тебя сейчас убил. Ну сорян, сорян, а шо шо, блядь, так? Подставились вы, ребят, когда я... На трасс, спасибочки. Видишь, а ты говоришь, невкусно. Вот нормально. Парням нравится. Моим я затащил. Вас разъебал.
Непонятно одно, почему вы своего не пытались поднять. Я его проволокой кинул на крыл, можно было поднимать. Или... Друг. Полковник. Смотрите, какой еще полковник появился. Белар. Белорусский полковник. Попробуем так. 1.72. Это крутой чел. Крытый профиль. Небрежно так снайперку держит, да? Слушай, ты. Весовые родины стоят. Че, валё, валё, не спите? Пойду здесь позор. Здесь зыркари есть какие-то, нет? Гара, привет. Две бомбучила лучше, чем одна. Mm-hmm.
по полю. Еще кому? Где там? Либо там босс, либо они идут на ту команду. Я не попал, блядь, два раза со снайперки. Ой, с этого, с мосинки. Ебачи помидоры. Все, сели. Сели, блядь. Спасибо, Паша. Я откуда вбежал? Нет. Блять, как он не успел влупить. Ходи, ты хочешь.
Ну-ка, ну чё, мы будем играть или нет? Бля, такую хорошую позицию занял. Могу сделать, блядь. Тут высокое мышление снайпера. Ему бы, блядь, крутануть бы на выход, наверное. Блядь, лазит, что лазит. Вот и все, добегался. Снайпер. Иди своего подымай. Блять, как? Нихуя ж меня не видно, блять, позицию убийцы. Как ты меня рассмотрел здесь, блядь? А, вот он. Ладно, чё? Только что вот дохуя бегал снайпера, больше без толку. Ноль. Бегал, бегал, и там они его прихуячили. Mm-hmm.
Да. Да. Это пиздец. Ну, спасибо, Клим, спасибо большое. Замана. Надо, наверное, прекращать. Дело мне сил нет каких валяться, блядь. Поломался мой кван опять, что-то летит у меня. Мне бы не сказал, что он прям мансевал, пиздец, почему я его не убил, блядь. Пойдем-ка сейчас отдыхать, я верю. Ой. Отшук, блин. Что-то не идет мне. Ты лопни, блядь. Оставалось два, чтобы вытянуть. Ровень. Сейчас у меня, блядь, минус 20 и 30. 5.30 я кинул, блядь. Что, блядь? Хорош. Куда у тебя кинул такое? Любас, ты здорово. Да никак. Все так же, все по-старому, никакой песни другой. Скорее всего, у нас копаны. Нихуя он добежал до сотни.
С другой стороны гранату мне ебанул. Он здесь еще, блядь, с этой нахуй жиканом, блядь. Все, выключай. Thank you.
Что-то затрахало это все, блядь. Просто попал, выходишь и ложишься, выходишь и ложишься, выходишь и ложишься. Ладно, вы меня будете поднимать, или я выйду нахуй отсюда, блядь, ебался. Кто кого пересидит теперь, парни, я спать. Вот эту игру и рандомов, и вообще, блядь. Вам желаю отдохнуть, все. Нет ни настроения, ничего, неделя что-то не идет вообще никакого. Спасибо всем, кто смотрел, спасибо за ману. Пока-пока.